Иосиф, конечно, на заоблачном уровне. Играет по выходу, играет красиво. У него в арсенале добавляются такое ощущение, что новые удары. Шикарно. Оба шара. Приходилось тянуться. Ну как коршун налетел и сразу же. Без вариантов. Он сам же тоже себя замораживал тем самым. Видите, на разбое мимо. Еще у кого-то было. Вот несколько таких поединков, которые просто как пуля просвистели. Поздравляем Иосифа Абрамова с победой. 6-1. Это было быстро, это было больно.